Снос и демонтаж незаконных строений проходит во дворе многоквартирного дома номер 30 по проспекту Кушинского. Так, в Махачкале продолжаются мероприятия по реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. В этом году будет создано 7 новых общественных пространств. Облик 25 дворовых территорий преобразится. Аналогичная работа по благоустройству проводится во всех дворах столицы.